На Донбассе, особенно на Луганском направлении, активизировались боевики. Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Наши позиции враг обстреливал из минометов, БМП и гранатометов. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Авдеевская промзона встречает скрежетом разбитых ангаров. Незадолго до нашего прибытия одну из украинских позиций опять обстреливали боевики. 5 раз. То с крупным калибром пулемета, да? Стрелкового оружия. То. По-разному. Но особенно горячо было ночью. Российские наемники плотно обстреливали промку из тяжелых минометов. Это были 120-ти минометы. Это было десь больше 15 спочатку приходів, потім він повторив. Десь до 35 приходів було 120-х мінометів, я вже не рахую 82-ї, СПГ, ГЕС, крупнокаліберні пулемети. Поки наша зйомочна група працює, бойові дії розгораються вновь. Було так зване хлібне перемир'я. Що з того часу змінилося? Абсолютно почти нічого. Як були обстріли, провокації з їхньої сторони постійно. А що ми от слышали тільки що? Ну, це таке, як вроді ПКМ работает. Утес бывает. Сюда работает постоянно. Вслед за одиночным выстрелом со стороны противника начинается активный пулеметный и гранатометный обстрел. Потом боевые действия прекращаются. Но вот сейчас относительно тихо, но тишина это обманчивая, потому что периодически раздаются одиночные выстрелы, а то и короткие очереди, и уже несколько раз где-то поблизости вот прилетали реактивные гранаты. Но стоит переместиться на другую позицию, вражеские обстрелы возобновляются. Боевики бьют со стороны Донецкой фильтровальной станции. Противник провокует, да, ведь сегодня вы чули. Як були ходили по позиціям, як десь в 11:20 противник відкрив вогонь в зв'язку з тим, що в 12-ту годину там мали приїхати люди з ОБСЄ, щоб спровокувати відкриття вогню з нашої сторони і знову нас звинуватити, що ми не дотримуємося мінських домовленостей. Но наші воєнні в этот раз не відповідають. К подобним провокаціям бойовиків давно готові. Руслан Сміщук, Євгеній Пахальчук, Ігор Щепіт. Подробності телеканал Інтер.